Привет всем! Мы сегодня едем на КамАЗе и сегодня повезем поезд. Причем поезд такой будет М62, тяжеленный, 70 тонн. Поверните налево. Так что у нас такое суровое испытание будет для КамАЗа. Ладненько, сейчас заберем тут рядом, рассмотрим его. Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Наш рейс будет на грузовике КАМАЗ-54-901. Полуприцеп, низкорамный трал. Сегодня мы работаем на компанию «Лидер Транс». Наш груз – поезд М62. Загружаемся в городе Брянск, Россия, и доставим наш груз в город Шауляй, Литва. Длина рейса – 892 километра. Водителя зовут Сергей. Приятного просмотра! Поверните налево. На этом все. Отключаюсь. Алгоритм поездки готов. Составила алгоритм поездки. Ну чё, попробуем. Довезет КамАЗ 70 тонн. Поехали.
тормозит он так же, как и разгоняется. Thank you.
принципе, этот КамАЗ везет. Рычит, конечно, но тянет, тащит. Я хотел этот поезд отвезти на 5410 на стареньком КамАЗе. В общем, он на первом же подъеме умер, короче. Не тянет он ни в какую, 70 тонн. А этот нормально везет. А машина новее, поэтому движок помощней, тянет, едет. Думаю, доедем. Четверть пути проехали уже. Алгоритм поездки готов.
Держитесь левее. Thank you.
Через 300 метров. Поверните направо. Thank you.
поехали в объезд, что делать? Только тогда надо где-то заправиться. Иначе нам соляры не хватит доехать. Ну и ладно, заправимся сейчас. Thank you.
доехали. Сам не верил, но доехали. Спасибо за компанию. Там Сапсан, что ли, стоит? Такое мы еще не возили. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.